Всем привет, с вами Серега, и сегодня я вам расскажу, как можно узнать теги другого видео. Для чего нужны, собственно, теги? Теги нужны, чтобы ваше видео оптимизировалось в поиске и другие люди могли его найти. Для этого мы будем использовать специальный сервис, ссылочка на него есть в описании, то есть мы сюда переходим, и вот сюда мы вставляем ссылочку на видео. Ну и давайте выберем что-нибудь в качестве примера. Ну, например, вы делаете видео про лайфхаки, то есть набираем в поиске YouTube лайфхаки, переходим, ищем самое популярное видео, вот видите, то есть это видео у нас находится на первом месте, переходим на него, копируем ссылочку от видео, вставляем наш сервис и нажимаем «Найти». Сервис у нас ищет теги, и вот, как видите, у нас появились теги, которые находятся в этом видео. Мы их можем отсюда скопировать, то есть ставим галочки, что нам необходимо скопировать, нажимаем копировать и, соответственно, вставляем свое видео. Ну и, естественно, теги должны подходить по смыслу вашего видео, а не просто какие-нибудь там рандомные теги из совсем другого видео. То есть ищите видео по своей тематике, самое популярное, копируете из него ссылку, вставляете сюда, находите теги и эти уже теги используете в своем видео. Ну и это лайфхак для тех, кто не умеет или не хочет пользоваться Wordstat Яндекс. Ну то есть тут практически такая же штука. Мы здесь вводим ключевое слово, которое нам необходимо найти. Нажимаем «Подобрать», и вот, как видим, у нас загрузились ключевые слова, которые чаще всего используют. То есть мы их также можем отсюда копировать и вставлять в свое видео. Ну и да, вы, наверное, видите, у меня здесь появилась рекламка небольшая. Это все потому, что я использую плагин для заработка в интернете. Ссылочка на это расширение тоже будет в описании. Заработок тут, в принципе, небольшой, но, как видите, копеечка все равно капает. То есть это можем просто закрыть и продолжать заниматься своими делами. Вот такой вот у нас был простой способ, как узнать теги чужого видео и с помощью этого оптимизировать свое видео. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. А с вами был Серега, всем пока, впереди еще очень много интересных способов заработка.